Всем привет! Меня зовут Саша Гурзи, и я нахожусь в Турции. В Турции, в Кемере. Это один из ваших самых любимых отелей Alva Donna. Приглашаю вас на маленький блиц-обзор этого отеля. В этом времени ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу горящих туров и погнали на обзор! Отель Alva Donna World Palace расположен в 65 километрах от аэропорта Анталия, в 6 километрах от города Кемер в поселке Кириш на берегу моря у подножия Таросских гор. Был построен в 1994 году, а последняя реновация проведена в 2015 году. Состоит отель из 6 четырехэтажных корпусов, во всех есть лифты. Здесь зеленая потрясающая территория. Отель отлично подойдет как для любителей активного отдыха, так и для спокойного отдыха с детьми. Сразу предлагаю послушать Guestrelation и узнать самую важную информацию о концепции отеля. В летний период работаем мы по концепции «Ультра все включено». Последняя реновация номеров была произведена у нас в 2015 году, прилегающей к территории 2018. Отель состоит из 6 жилых корпусов. В каждом корпусе 4 этажа. 819 номеров. Всего лишь 3 типа номеров у нас есть. Это стандартный, семейный и террасы. Номера, к сожалению, сегодня не получится посмотреть, так как у нас отель сейчас нет свободных номеров для шоу-рума. Я вкратце расскажу по каждой категории номера. Стандартный номер. Максимальное размещение 2+1. Идет дополнительная кровать. Или раскладушка. У нас в отеле стандартных номеров с 3 односпальными местами нет. То есть 3 номеров нет. А когда у вас реновация проводилась номеров? 2015 год. А когда вы будете новую проводить реновацию? Ну, будете еще новую проводить? По поводу этого я не могу сказать. Стандартные номера у нас, размещение, как я сказала, 2+1. Идет 80% у нас идет односпальные кровати, и 20% это двухспальные кровати. Санузел, ванная комната. Центральная система охлаждения в номере. Вид с номера идет на бассейн, сад и боковой вид на море. Семейные номера, они расположены у нас только на верхних этажах, на 4 этаже. Они идут как дубли, двухэтажные. 2 санузла. Максимальное размещение 4+1. Также имеют вид горы, бассейн и боковой вид на море. Да. Трассуют номера, они у нас двухкомнатные идут, размещение 4 человека. Трассуют у нас тоже общая система кондиционирования, а также в комнате есть, в номерах есть отдельно кондиционер. Террасы-сют, они имеют прямой вид на море. Все они расположены с торца, их всего лишь 18. И имеют прямой вид на море. Гостиная, диван раскладывается, а также в спальне спальная кровать. Размер 2x2. Скажите, а у вас получается отель сейчас полностью заселен? Сейчас нет возможности вам показать номера, к сожалению. Ну, уже не полностью заселен. Даже не, ну, стандарт никакой нельзя. Ну, просто как-то странно. Отель полностью полный, да? 100%? На 100%? Нет, не полный. Я не скажу, что на 100%, но на данный момент шоу. Нет, а что вы будете показывать? Территория отеля. Что касается территории отеля. Территория у нас большая, 107 тысяч квадратных метров, 9 бассейнов, 2 из которых с горками. В 2018 году был построен бассейн для деток с горками, интерактивными. На данный момент этот бассейн подогревается у нас.
бассейн для взрослых с горками, центральный олимпийский бассейн. На пляже у нас есть бассейн с морской водой для деток. Небольшой кусочек пляжа отведен для гостей, для людей с ограниченными возможностями. Зона плюс 16, а также VIP-зона. Также расположены шатры. Шатры у нас платно, аренда платна. На данный момент первая линия 65 евро, а вторая линия шатров 55 евро. Но цена меняется в зависимости от сезона. А что входит в обслуживание? Там будет индивидуальное обслуживание. Официант в течение дня приносит еду, напитки. Если гости не желают идти на обед в ресторан, со снэк-бара приносит по минимуму. Да. Что касается питания в главном ресторане, у нас интернациональная кухня. Есть детский буфет. Баночное детское питание. А какая фирма? Турецкая фирма. Пакетированные соки, молоко, йогурты, каши два вида, каждый день меняется. Котлеты на пару. Кухня более приближенная к нашей. Диетический буфет также есть. Четыре раза в неделю проводятся тематические вечера. А-ля-карт ресторан по концепции отеля платный у нас. Их 4. 10 евро и 20 евро. 10 евро – это турецкий рыбный итальян. Турецкий рыбный итальян – 10 евро. В этом году также был, мы открываем новый ресторан, суши называется, на берегу моря оно расположено, 20 евро. Деткам стоимость до 6 лет бесплатно, до 6 лет бесплатно, от 6 до 12,5 стоит. Гостям, которые к нам приезжают, отмечают какие-то знаменательные даты, именинникам, комнате именинника бесплатно полагается, молодоженам одно посещение бесплатно, а также гостям, которые отмечают будущие свадьбы при наличии свидетельства о браке, также бесплатное посещение. А также гости, которые у нас проживают в номерах Терраса Сюд, имеют бонусы, привилегии. И по одному рыбный итальянский и турецкий ресторан бесплатно посещение. А также павильон на пляже. Период отдыха один бесплатный. Территория отеля у нас на территории отеля Wi-Fi бесплатно в номерах тоже. Детские коляски под депозит $50. По поводу номеров, также номера оснащены у нас, потому что меня перебили, номера оснащены у нас электрический чайник, чай, кофе, набор, душевые принадлежности, халаты, тапочки, пляжная сумка, это все предоставляется. Также по запросу детская кроватка в виде манежика, горшок. Это все предоставляется. Услуги влажки, химчистки и прачечные услуги платные. Утюги на номера не предоставляются. И услуги рум-сервис тоже платные. It's like I waited all my life, so happy that I found you. I'm paper thin. I haven't always been this shy, but haven't felt this in a while now. So sad when we are apart. Ой, территория большая, да? Территория большая, 107 тысяч квадратных метров. Это у нас внизу от главный, да? Главный, да, аккуратненько. Но реально, людей у вас много. Ну, что не говори, то столики заняты, людей много. Практически все столики заняты. Why is it so hard to speak the truth? Why is it so hard to speak the truth?
Ребята, выходим на пляж отеля Альва-Донна. Что ни говори, но за все время, которое мы видели отели, один из самых живучих отелей. Нам даже не показали, к сожалению, номера. Я теперь понимаю, почему. Потому что реально людей много. Забиты сейчас фудкорты, забиты рестораны. Много людей на пляже, на пирсе. По пляжу у нас песчано-галечный заход в море. Также, кто идет босиком, есть деревянная такая подложка. Но все же, как ни крути, заходим в море мы исключительно по галечке. Ребята, смотрим сейчас фудкорт, ресторан, который сразу у пляжа. Пицца, арбузик, маленькие яблочки, яблоки, груши, апельсин. Привет! Hello. Здесь у нас соусы, помидор черри, огурцы, салаты. Ой, я не буду заглядывать сюда. Главное то, что еда здесь есть. Еды здесь много, людей здесь много. И сейчас пойдем посмотрим основной ресторан и там все пообедаем. Ребята, территория отеля огроменная. Посмотрите, корпусов много, территория огромная и людей много. Все потому, что это Альва-Донна, и наши туристы любят этот отель. Еще один бар между корпусами. Здесь такая лаунж-зона. Ой, бар. Еще один бассейн возле корпусами. Такая лаунж-зона. Хотя при этом же бассейне тоже есть бар. Здесь можно лежать, релаксировать, загорать. Как на топчанах, так и на ламзаках. При этом потрясающий вид на море. И здесь люди играют с детками. Выставляем сразу топчанчики на травку, лежим, загораем и наслаждаемся турецким солнышком. Ребят, помимо главной сцены, которую я показывал уже, здесь есть еще амфитеатр. Анимация проходит как на пляже, так и возле бассейнов между корпусами. Огромнейший амфитеатр. Один из самых больших бассейнов отеля. Ребята, к огромному сожалению, у нас остается очень мало времени. Нахожусь я в этом отеле по инфотуру, инспектирую для вас отели Турции. И здесь всего лишь на один час. Поэтому показал вам мало информации. Надеюсь, что этот отель обязательно вернусь, потому что он мне безумно понравился. Надеюсь, вам тоже.
И сейчас идемте на обед, посмотрим, что же здесь подают из еды, попробуем и продегустируем. Здесь картофель тушеная, hello. Говядина и горошек. Ребята, вы понимаете, да, сколько здесь людей, при том всем, что обед длится на протяжении 2,5 часов. Людей много на одном фудкорте, на другом фудкорте, на главном ресторане и на море. Рис. Ребята, очереди даже в ресторане. Опять же, обращаю ваше внимание на то, что практически все столики под навесом заняты. Люди сейчас находятся в главном ресторане, люди на фудкорте. Очереди за едой. Людей очень много. И это только 17 мая. Углубляться сильно в еду я не буду, потому что если я вам буду все показывать детально, то я просто сам не успею нормально покушать, честно. А что у нас здесь делают? Здесь коктейли фреши. Oh, hello. What is it? Окрошка. Окрошка, окей. Я понимаю, здесь у нас уже фрукты и сладости, поэтому людей чуть меньше. Арбуз. Нет, только фрукты и сладости. Пицца, мясные лепешки. Ребята, вы, конечно, извините, но я хочу кушать, поэтому просто вернусь сюда летом полноценным туром и, извините, пожалуйста, и сниму для вас полноценный обзор, потому что я сейчас просто не успею все это снять. Или успею снять, но не успею покушать. Еды действительно очень много, людей еще больше. Поэтому приезжайте, отдыхайте. Это отель Альвадонна, Кемер. Ребята, мой обед скромный. Скромный, потому что у меня здесь мало времени выбрать еды, просто не успеваю. Поэтому взял просто рис, какую-то тефтельку, помидоры на гриле, арбуз и пиццу. Быстро кушаю и бегу, потому что мы здесь всего лишь часик, а реально за часик просто ничего не успеешь. Я реально удивлен рестораном, удивлен количеством людей, которые здесь. И понимаю, что один из лучших реально отелей Кемера. Приезжайте, отдыхайте. А у кого покупают тур, думаю, вы знаете, конечно же, у Саши. Ссылка на мою группу с горящими турами, моими контактами в описании под видео. Мне казалось, что на улице очень много еды, даже не успею все попробовать. Оказывается, то была еще не вся еда. Есть еще часть зон выдачи в самом ресторане внутри. Здесь сладости, здесь пирожные, здесь много фруктов. И здесь же тоже сидят люди и кушают. Поэтому, если любите вкусно покушать, здесь голодными 100% не будете. Я только снял, практически ничего не пробовал, просто не успел. Но вы видите, сколько еды при том всем. Опять же повторюсь, что я снимал 17 мая. Съемка была еще в мае, и тогда отель был заполнен на 100%. Я думаю, когда вы смотрите мои выпуски в июле, вы понимаете, что сюда стоит бронировать туры заранее, потому что в июле, в августе этот отель просто может не быть мест. А за бесплатным подбором тура можно смело обращаться ко мне, подберу вам тур в этот или любой другой отель Турции, Египта, либо в другую точку мира. Контакты в описании под видео.
Ребята, это был обзорчик отеля Альвадон на Кемере. Меня зовут Саша Гурза. Я очень надеюсь, что выпуск был для вас полезным. Приезжайте, отдыхайте. А в этом времени ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу с горящими турами. И до новой встречи. А встреча будет очень скоро. Пока! А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас.